Анапские городские проекты – новое общественное движение инициативных жителей города. Первая работа над проектом благоустройства бульвара на Таманской Тургенева. О том, как она проходила, активисты рассказали Анжелике Бузуновой на личном приеме. Мы сначала провели небольшое исследование самого места, то есть со всеми участниками, которые в проектной сессии уже принимали участие. Опросили порядка 50 человек о том, что им нравится, не нравится, чего они хотят в городе, местные, приезжие. И на основе вот этого всего, уже те команды, которые у нас в ходе сессии были, они разработали ряд каких-то объектов и элементов, которые мы включили в этот эскизный проект. Оригинальные навесы в шахматном порядке, клумбы, соседствующие с лавочками, зонирование территории с помощью цветной плитки и, конечно, вечернее освещение. Анжелика Бузунова отмечает, красивая и функциональная задумка. Препятствий к поэтапной реализации проекта она не видит. Единственный спорный вопрос – сцена. У всех почему-то сразу возник вопрос по поводу сцены, по поводу того, что будет шумно, а жители, вокруг ближайших домов там хотят тишины и тому подобное. Поэтому, может быть, здесь посмотреть не по сцене, а там какие-то другие, может быть, предложения. Может быть, как-то это обсудить этот вопрос, сам эскизный этот проект там с населением. Давайте с ТОСами все-таки встретимся, им покажем это все. Если есть, я же говорю, мы можем же это поэтапно, все равно у нас сразу столько денег нет, чтобы там и стену, и там и все на свете. Начнем с аллеи, давайте так. Жителям донесем это, расскажем, если их устроит такая композиция, давайте так и будем действовать с сентября месяца. Сказано, сделано. Встреча с тосовцами и жителями этого района состоялась на следующий день. Вопрос в сцене, чтобы не получилось так, что потом жители, те, которые живут рядом, будут недовольны тем, что здесь будут какие-то проходить мероприятия молодежи. А почему бы и нет? У меня нет такого места. Я даже буду рада. Никто не будет дворе, против. Конечно, место. Вообще никто не будет против. Мы проведем время. Это основной вопрос. Анжелика Анатольевна, я провожу их. То первую школу прошу, то еще какой-нибудь пансионат. У нас нету места. На к нам округе. А где живет? Вопрос первый. Что на этой сцене планируется? Что там будет? Значит, это будут... это правильный вопрос. Молодежные акции, понимаете? То есть каких-то там концертов, естественно, Музыки, конечно, не должно быть. А какие-то молодежные акции, конечно, будут проходить. Основную часть работ по благоустройству аллеи возьмет на себя муниципалитет. Общественники готовы предложить помощь в уходе за зелеными насаждениями и присмотре за территорией. Внимание спонсоров тоже бы оказалось весьма кстати для создания оригинальных архитектурных форм и фотозон. К слову, городские власти включили в план благоустройства еще одну зеленую аллею на улице Гоголя.